25 января состоялась торжественная церемония вручения 7-го тома книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения. Памятную книгу благотворителей вручал государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев в присутствии ректора КФУ, руководителя аппарата президента Республики Татарстан и кабинета министров. 7-й том книги благотворителей стал самым объемным за всю историю проекта. Он включил в себя 20 тысяч имен, неравнодушных к истории родного края. Впервые книга благотворителей разбита на 3 раздела. Первый – те, кто помог возрождению древнего города Болгар и острова Градос-Свияжск. В этом разделе 7 тысяч имен. Еще 7 тысяч имен благотворителей внесены в раздел, посвященный строительству Болгарской исламской академии. 6 тысяч татарстанцев сделали свои взносы в воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. Присутствие ректора КФУ Ильшата Гафурова не случайно, поскольку Казанский федеральный университет принимает непосредственное участие в научных исследованиях проекта Фонда Возрождения. Елизавета Евтифеева, Универньюз.